С начала февраля у оренбуржцев, переболевших коронавирусом, появится возможность пройти бесплатную двухнедельную реабилитацию. Как отмечают медики, как минимум 30% переболевшим, чтобы поскорее встать на ноги, рекомендуют пройти курс. Восстановлением организма занимаются профессиональные врачи Оренбургского областного центра медицинской реабилитации. Это элементы ЛФК с применением дыхательной гимнастики. Это будем продолжать пронапозиция. Это будут определенные методы физиопроцедур, фармакологическая поддержка. В курс комплексного оздоровления постковидных пациентов входит дыхательная реабилитация, массаж и лечебная физкультура. В центре планируют уделять большое внимание восстановлению легких. Например, пациентам предлагают процедуру насыщения организма чистым кислородом с помощью концентратора. Это для улучшения оксигенации для пациентов. Соответственно, улучшается микроциркуляция и купируется явление дыхательной недостаточности. В методичку рекомендаций для реабилитации постковидных пациентов входит и ингаляция с различными видами препаратов, от минеральной воды до сильнодействующих лекарственных средств. Прежде всего, эти процедуры способствуют улучшению отхождения бронхолегочного секрета, то есть улучшению откашливания, кровоснабжения в легких, соответственно, снижается степень воспаления и самочувствие человека улучшается. После выписки из ковид-центров пациенты часто испытывают одышку, поскольку организм сильно ослабевает и теряет былую физическую форму. Чтобы справиться с этой проблемой, переболевшим предлагают постепенно увеличивать физическую активность. Для этого в центре есть спортивный зал. Сейчас там занимается Юлия, которая восстанавливает опорно-двигательную активность после ущемления межпозвонковой грыжи. Я занята с утра до самого конца рабочего дня. Мое состояние улучшилось, и движения в ноге у меня уже появились, и они более интенсивные. Изменилась походка. Самое главное, потому что я очень сильно хромала. Происходит не только вот реабилитация последствий заболевания, но и происходит психологическая реабилитация для человека. Лечение постковидных пациентов оплачивается в рамках системы ОМС и назначается по рекомендации терапевта спустя 2 месяца после выздоровления. Отметим, основную работу сотрудников центра никто не отменял. В учреждении продолжают работать стационарные отделения неврологического, кардиологического, травматологического профилей. В среднем за год в центре оздоравливается около 5000 жителей области. Валерия Шарова, Павел Чекмарев, городской телеканал ЮТВ.